К дачному сезону готовы. В здании Люберецкого районного телевидения поздравили победителей конкурса для дачников. Онлайн-викторину подготовил телеканал «Загородный». Что такое кальраби, что лучше сажать между томатами и какие бывают однолетники? Эти и другие вопросы задали участникам конкурса. Победителям вручили наборы для огорода и фирменный фартук. Если у кого-то нет дачи, огорода, то есть это и дома пригодится, и в огороде это будет шикарно и удобно. Повесить на шею и работать в теплице. Прочла условия конкурса. Меня это заинтересовало, потому что я очень люблю поковыряться, так сказать, в свободное от работы время в земле. И вот решила попробовать свои силы. Совершенно не ожидала, что меня вдруг выберут в качестве победителя.